Всем добрый вечер, у нас уже... Лапуся! Вот сразу хочу ответить на ваш комментарий. Вы все пишете, накормите свинку, она у вас голодная. Ребят, вы, видать, свинку не держали морскую. Этих свиней сколько ни корми, они всегда голодные. Она сегодня у нас уже целый кабачок съела, вот такой вот. И все равно она голодная. Она сухой корм ела, и все равно она голодная. Так что это нормальное состояние. Что она постоянно пищит. Я сейчас буду чистить картошку. Мы сегодня с Ванечкой вот такое ведерко. С Ваней, с Мариной накопали свежей картошки. Картошка есть крупная, есть мелкая, но ее очень мало в лунке. Сразу приношу извинения за шум, там дети играют. Но в лунке ее, ребята, вот реально очень мало. Вот это вот у нас вышло 4 или 5 кустов. Маленькая ведерочка. Ладно, я сейчас почищу и вернусь к вам. Сейчас, ребята, помыла картошку, и она какая-то у нас вот... Посмотрите, какая. Не знаю из-за чего, но вот такая вот она вся в пупырушку почему-то. Вся, причем вся такая она. Вон, видите? Напишите, если кто знает, что с ней такое. Что даже прям странно. У нас такого еще ни разу не было, чтобы вот вся она такая. Это вот получше уже. Напишите в комментариях, может кто-то знает, что с этим. Что с ней такое. Сейчас почищу. Сварю супик рисовый детям. Девочки там в зале, я затопила тоже печку. Они жарят котлетки. А здесь я варю, поставила супик варить и компот поставила варить. Деткам. Вместо чая, чтобы компотик пили. У них, по идее, какао тут есть, еще кисель есть, но они что-то ничего такое не хотят уже. Решила сварить им компотик. Хотя я недавно варила, они что-то его плохо стали пить, компот. Поэтому вот так вот. Но чистишь, вроде неплохая картошка. Видите, ни одного глазочка, ничего нету. Вот вообще идеальная прям. Только то, что вот что-то сверху у нее кожура какая-то странная. А так нормальная. Сегодня, ребята, знаете, вот днем ничего не хотела записывать. Как вы знаете, умер известный актер. И я сегодня трансляцию его на похорон смотрела. Очень плакала, очень сильно плакала. Просто вообще актер хороший. Даже не верится, он такой молодой еще, можно сказать. Жить да жить еще. Что, Катя? Сколько ты туалет? А, это надо. Лопатку? Держи. И очень жалко было. Ревела вообще на взрыв. Ну, ничего не поделаешь. Люди уходят. Он боролся много лет с раком. Но все равно, знаете, таких актеров редко бывает хороших, которые вот прям вот жалко, за душу аж берет. И вот сегодня перебирала в шкафу вещи и включила трансляцию, которая шла с похоронами. Перебирала вещи и смотрела. Слушала по большей части. Жалко, очень жалко. Светлая память ему вообще. Я сегодня также у знакомого тоже папу хоронили. У нас тут на Вишере. Тоже очень соболезную им. Сегодня только я узнала об этом. И вот, честно, сама расстроилась. А? Проверь печку, топится, нет? Так, все, картошечку я почистила. Я много не чищу картошку, всегда понемножку. Ладно, дорогие друзья, сейчас будем дальше готовить с вами кушать. Так, дорогие друзья, закинула уже картошку, закинула рис. Пускай варится.
Потом еще обжарю лук, морковку и капусту. И капусту туда тоже запущу. Мне нравится такой суп. Здесь у меня варится компотик с яблочками. Тут яблоки, абрикосы и сливы сушеные. Вот такая вот смесь. И чайник кипятится. Уже скипел, можно убирать. Ладно, дорогие друзья, готовим дальше кушать. Всем добрый день. У нас уже день. Снимаем днем. Лапусь! Сейчас опять напишут, свинья голодная. Она не голодная, ребята, она постоянно у нас так пищит. Тигр Ванькин. Не тигр, а как он, лев, да? Из мультика. Кто вспомнит, из какого мультика, напишите. И да, я вам обещала сказать, кто на фотографии был. Сегодня обязательно это сделаю. И постараюсь вставить название канала, вписать... кто выиграл. Так что сегодня это будет. Я сейчас собираюсь ехать на оптовую базу. Мне надо съездить купить комбикорм цыплятам. Да? Вот так вот. Ладно. Жду, когда приедут за мной и поеду за комбикормом. Так, приехала, ребята, с оптовой базы. Взяла 2 мешка куриного комбикорма. Сейчас дома все покажу по чеку, сколько он получается. И сейчас покажу, что еще купила. Пришла уже домой, показываю, что купила. Купила вот такую докторскую колбаску. Кусочек хочу сделать этот крабовый салат. Также купила 2 банки кукурузы. Кукуруза сладкая, сахарная, луговица фирма. И взяла крабовые палочки. Никогда вот такие вот на оптовой базе не брала. Решила взять, попробовать, что упаковка, по-моему, по 128 рублей, что ли. Сейчас я вам даже точно скажу. Я чек, потому что здесь. Так, комбикорм куриный, 735 рублей мешок. Вышло 2 мешка на 1470. Докторская ГОСТ по 171,90. А что такая дорогая колбаса? Тут всего 400 грамм, 171,90. Офигеть. Кукуруза. Я думала, это за килограмм, а тут, кажется, за штуку. Больше брать даже не буду. Кукуруза. 425 грамм за 50 рублей 30 копеек. Крабовые палочки за 128,50. Вышло у меня на 1871 рубль. Вот такие вот покупки я сделала. Небольшие. Ладно. Сейчас надо посмотреть, что у меня с яйцом. Есть, нет, у меня яйцо куриное. Так, 3-4 яичка. Значит, на магазин за яйцом идти. Огурчики у нас есть еще. И сделаем крабовый салат. Надо еще хлеб сходить купить, молоко. Ладно, иду в магазин. Ой, дорогие друзья, сходили с Егоркой, перетаскали 2 мешка комбикорма оттуда, от калитки, на веранду. И приезжал родственник, взял брус, увез. Там мама хочет в туалете окно большую часть заложить, чтобы не холодно было в туалете. А верхнее сделать пластиковое окошко. И там надо было брус. Мы ей сказали, что мы ей дадим. И все, и вот Владик у меня нарезал. Сегодня родственник приехал, забрал, увез туда к свекрови. Есть посылка? Не знаю, я сейчас пойду на почту, не лезь. Позвони. Я сама пойду, мне надо туда по делам сходить. Так что вот как-то так. Мне надо сходить, узнать, сколько будет пересылка стоить. Определенного... А, это кварплата пришла. Заводская 72, ну да, нашу. А то тут раз сдали на другой адрес, я потом ходила, уносила. Что у нас получается? Холодное водоснабжение. Опять они данные вот неправильно делают. 200. Света, посмотри, сколько у нас вода. Сфоткай на свой телефон. Электроэнергия день-ночь. Отопления у нас нету. Холодное водоснабжение. 209. 209. А они вот опять пишут 214. Как они мне уже задолбали. Постоянно с ними ругаюсь. Они мне всегда воду пишут больше, чем у меня есть. Я данные подаю одни, а они мне пишут вообще другое.
Вот у меня сейчас Света посмотрела 209, а здесь вот написано 214, якобы в августе было. Дурдом какой-то. Постоянно с ними ругаешь. Так же вот и по Свету у меня тоже постоянно. 210 уже. Ну, 210 уже, какая разница. Холодное водоснабжение даже не 214, а 221. Нифига себе, они офигели. Сейчас буду звонить и опять ругаться. Как же не меня? Аж уже на 12 больше. У нас 210 на 11, ну пускай будет. А у них тут 221 показания за воду. Вот как вот с ними не ругаться? И каждый раз вот такая вот ерунда. Прям вообще уже кошмар какой-то. Ладно, сейчас попью чай. Я себе тут сделала зеленый чай. Чай мне присылала с Германии Оленька. Спасибо тебе огромное. Чай вкусный. Передай маме, что чай очень понравился. Очень вкусный чай. И сейчас пойду на почту, узнаю пересылку мне на кое-куда отправить посылочку. И посмотреть, сколько обойдется. И вообще пересылка. У нас тут что-то очень дорого все выходит так. Но ничего страшного. На конец месяца, надеюсь, я отправлю посылочку. И хочу заказать... Деньги будут заказать икону. И вышить ее для бабушки. У меня есть бисерные, но что-то я это... Бабушка попросила одну иконку ей сделать. И я вот посмотрю, найду именно такую. У меня вот именно такой бисерной нету. Вот надо посмотреть, поискать и заказать, и вышить для бабушки, для своей. Ладно, дорогие друзья, сейчас чай попью, пойду на почту, зайду по пути в магазин, куплю молоко, хлеб, яйцо, и будем сегодня готовить крабовый салат. Да, вроде, ребята, вы тогда очень сильно удивились, то, что вот, Настя, что это так, одна кастрюля супа на всю семью. Ребят, это суп на один раз поесть. У нас всегда есть второе в холодильнике, у нас всегда есть что-нибудь еще перекусить. Поэтому не переживайте, это на один раз суп хватает поесть этой кастрюльки на всю семью, да. Помимо второго еще. Так что, как-то так. Ладно, пью чай, иду на почту.